Повышение уровня холестерина в крови в первую очередь влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Если уровень холестерина выше значенной нормы, развиваются такие заболевания, как атеросклероз. На фоне этого повышается давление и усиливаются гипертензивные кризы. Уж как осложнение этого всего – это инфаркты и инсульты. И, собственно говоря, инвалидизация или смерть. По статистике, чаще от избытка холестерина в крови страдают люди старше 40 лет. Но это не означает, что в молодости можно быть безразличным по отношению к своему здоровью. У нас более 70% населения, трудоспособного населения, имеет повышенный уровень холестерина. Вот, но, к сожалению, не борется с этим. Если есть повышение холестерина, высокий сердечно-сосудистый риск, то этот человек в обязательном порядке должен принимать статины. Специалисты рекомендуют помимо здорового образа жизни принимать специальные препараты, которые способствуют снижению уровня холестерина. Это реальная профилактика возникновения инфарктов и инсультов. Было проведено в Америке очень большое фримингемское исследование, которое установило четкую тесную связь, корреляцию между уровнем холестерина, уровнем вообще липидов и сердечно-сосудистой заболеваемостью и смертностью. Не забывайте контролировать уровень холестерина в крови, заниматься спортом, правильно питаться и помогать организму специальными препаратами. Фитостатин – мій захисник. Фитостатин – щоб жити довше.